Ну, исчезнет ли коррупция в России? Думаю, что полностью она не может исчезнуть нигде. Это глупо. Так же, как не исчезнут землетрясения, штормы, ураганы, взятки и местничество, там какие-то фамильные связи. Ее можно сводить как-то на нет, потому что когда она повальна, это, конечно, ужасно. Но опять же, она может исчезнуть только тогда, когда каждый из нас будет знать, что если я пытаюсь решить свой вопрос незаконным путем, точно так же и другой решает. И у меня не всегда больше денег, чем у другого. И, естественно, ее каким-то образом зажать можно и задвинуть в рамки, только если первые лица поймут, что дальше так жить нельзя. Вот нельзя. Если они вот сделают смыслом своей жизни борьбу с коррупцией, не слова, а вот смысл жизни, как-то уменьшить ее, вот тогда и дело извинится.